Еще вчера вокалисты группы «Кватро» дарили песни московским поклонникам. На один вечер приехали в Забайкалье и опять в столицу записывать альбом. 25 выступлений в марте, концерты расписаны на несколько месяцев вперед. Но от пения устать невозможно, признаются исполнители, и к читинским зрителям вышли полные сил и настроения. Народная известность группе, где сочетается звучание двух теноров, баса и баритона, пришла после конкурса «5 звезд» в Сочи, где они заняли первое место. С тех пор вокалисты завоевали расположение зрителей во многих странах, выступали на площадках Рима и Лондона вместе с Дмитрием Хворостовским, Иосифом Кобзоном и всемирно известным оперным певцом Пласидо Доминго. Вот и в Чите каждый номер в исполнении «Кватро» встречали буквально взрывом аплодисментов. Как сказал бессмертный герой Леонида Быкова в фильме «Бой идут одни старики», все приходящее, только музыка вечна. И мы сегодня в этом опять убедились. Спасибо ребятам за вот праздник души, который они нам устроили. У них очень солнечный сегодняшний день в Забайкалье. Я надеюсь, что мы взаимно обогатились, потому что они приобрели целый зал друзей. Свой стиль артисты называют эстрадно-оперным. Любят песни советской эпохи, называют их настоящими, искренними и ценят за то, что были написаны не из коммерческих целей, а от сердца. С удовольствием исполняют «Смуглянку», «Подмосковные вечера», «Есть только миг». Общаются со зрителями, как с близкими друзьями, и признаются в любви России. Те группа «Кватро» впервые удивляются яркому солнцу, тому, что лететь целых 6 часов. Их особый интерес вызвали декабристы. Многие города, к сожалению, они очень похожи. Вот Чита, она сразу как-то выделилась. Я буквально сразу, мы только по дороге из аэропорта в гостиницу, обратили внимание на старые здания какие-то интересные. Но для нас это очень интересно. И сразу почувствовал, что все-таки здесь какая-то есть история у города. Польщенные теплым приемом забайкальские зрители, вокалисты группы «Кватро» обещают приехать снова. А уже на следующей неделе на фестивале «Цветущий багульник» читинцев ждут французский гитарист Тибо Кавен и заслуженный артист России, дирижер оркестра в программах «Две звезды и достояние республики» джазмен Сергей Жилин. Маргарита Ходакова, Александр Власов, «Время новостей».